Ah sabri al janala hannafni dur kulda ta'ama garali hawla hul al hali nab dunya ah sabri al janala hannafni dur kulda ta'ama garali hawla dila habra wawara dila hira hawara bad sabri al allah huya nashara garala dila habra ilahi hira havara bat sabi alalla huyan aşara garba Şudi gayla şala deva garali salamla varsi umşal ol dünya her agarali digayla dila habra wawara dila hira hawara bat sabi alalla huyan aşara agarala dila habra wawara dila hira hawara bat sabi alalla huyan aşara agarala Спасибо. Магомед Кадибахмутов никогда не изменяет своему музыкальному стилю. Между прочим, музыку написал Далгат Кантулов, а слова Хизрим Юсупова. Давайте еще раз поаплодируем. И сейчас на этой сцене продолжение нашего вечера заслуженная артистка Республики Дагестан Зумруд Абдуллаева. Спасибо. Давайте поаплодируем, знаете, что-то под конец как-то вы притихли. Я же в самом начале нашего концерта сказала, что уже наступила весна, поэтому все должны просыпаться, пробуждаться от этой эмоциональной спячки. Ну, а до конца нашего концерта еще достаточно времени. Я сегодня практически всем, ну, за исключением того времени, когда я стою за кулисами, стараюсь сделать комплименты всем участникам концерта. Что же оставлять без внимания наших музыкантов, которые все это время стоят на сцене? Давайте им тоже поаплодируем. Потому что мне кажется, что они играют музыку и при этом получают просто потрясающее удовольствие. Как, впрочем, наверное, и вы. Поэтому и вам тоже хочется сделать комплимент всей публике. Такой веселой, такой нескучной. Спасибо. Спасибо всей нашей съемочной бригаде, всем операторам, всем тем, кто с таким невооруженным глазом наблюдает за тем, что происходит. И самые интересные моменты вы уже увидите на канале Прибой ТВ. И, конечно же, за внештатные ситуации спасибо нашему звукорежиссеру, потому что он тоже сегодня работает, по-моему, на ура. Так, продолжаем. Следующая исполнительница одновременно поет и на аварском, и на даргинском. Поэтому сейчас для поклонников ее творчества, наверное, будет приятной неожиданностью узнать, на каком же языке, собственно говоря, она песню и выбирает. Встречайте Эльмиру Аминову! We'll be right back.
Давайте, затихает зал. Затихает зал, когда, собственно говоря, произошло самое главное выступление звезды Эльмиры Аминовой. За следующим исполнителем давно закрепился штамп. Творческий штамп, конечно, в хорошем смысле этого слова. Творческий импровизатор, да, человек-импровизатор, как угодно. Но то, что он часто импровизирует на сцене, однозначно это факт. Я думаю, что вы догадываетесь, о ком идет сейчас речь. Речь идет о Руслане Магомедове. Ассаламу алейкум, Таргвала Авара Джамат, я вас приветствую. Веселитесь, кайфуйте в конце до концов. Их шварап, их
Руслан Магомедов, для которого сцена просто родной дом. Thank you very much. Пока там один нету, я могу пару слов сказать. Хабичил чута гирекун, хабичил чута гирекун. Чута как-то, где-то чута, чута чута гирекун. И на диянду на рукаве, чута где-то гирекун. И на диянду на рукаве, детскими пришла ла-ла. Ча-ча бу ча-ча ла-ла-ла, тахто харали ла-ла-ли-ла-ла. Вот такой он, Руслан Магомедов, аплодисменты. Баркала, авара, даргала, джамра, всех благ вам, приятных снов, кайфуйте! Спасибо! Следующим на эту сцену выходит неутомимый романтик с новой работой «Патимат» на сцене Тимур Рахманов! Баркала! Тимура, я попрошу задержаться. Баркала. А также хочу пригласить на эту сцену Загру Магомедову, пожалуйста, под аплодисменты всего залом. Такое небольшое отступление от нашего концерта. Дело в том, что эти два замечательных человека стоят на этом месте сейчас не случайно. Детский благотворительный фонд «Золотой пеликан». Хотел бы выразить благодарность, вручить вам цветы, если можно, Мадина, вручить, пожалуйста, это скромный, но от души букет. И следующая информация: награждается благодарственным письмом за активное участие в благотворительном концерте, который состоялся здесь 12 числа в президент-комплексе от президента детского благотворительного фонда. Пожалуйста, награждается Загра. Ну и, собственно говоря, как здесь написано, уважаемый Тимур Рахманов. И вас Тимур тоже награждает. Спасибо большое за ту работу, которую вы делаете, потому что благотворительный концерт, как вы сами понимаете, это совершенно безвозмездный концерт, когда огромная не зарабатываешь денег. Джигерихеля. Поэтому делайте выводы, друзья, соответствующие. Следующее. Участница здесь на этой сцене обаятельная Тавуз Магомедова.